Спасибо, дорогие. Как у вас дела здесь? Как у вас? Как вам живется? Нормально? Спасибо. Слава Богу. Да? Ну что, как вы думаете, пастор, еще одну песню или свидетельство можно? Да, еще можно спеть, да, чтобы вы поверили, что я музыкант. Я не проповедник. Нет, ты музыкальный проповедник. Хорошо, ну что, тогда давайте, может, что-то такое. Так, ну все, сейчас тогда у меня для вас сюрприз. Виталий, ты знаешь, какую песню подготовить, а я пока разучу ее. Значит так, давайте договоримся, у нас есть братья и сестры. Значит, вот такая песня, она простая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, значит, братья поют ай-яй-яй-яй, а сестры поют. Вот так, Виталий, здесь такой реверок такой, да? Ну, как может, вот, в мониторе очень много, ну ладно. А, это может быть нормально. А сестры поют ой-ой-ой-ой. Ну, конечно, когда муж приходит с работы, ай-яй-яй, она ой-ой-ой-ой. Поэтому, значит, давайте вот так сейчас. Мы сначала разучим, а потом я включу песню. Ай-я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 й. Давайте попробуем, братья, только. 3, 4. Hey!
что, я тогда сейчас, наверное, положу гитару.